Доброе утро! Мы едем. Мы уже в Кореновку приехали. О, с Кореновкой! Мыша оставка! Ой-ой-ой, каждый раз Кирилл Александрович всех проверяет. Чего это я хочу селфи сделать? Здесь уже платные, и правда, сделали дорогу. Да. Ой, я себя снимаю дорогу. Да вон впереди, впереди. Сейчас мы его будем проезжать. Да еще нет, еще 70 километров. Подожди. Тебя ждет. Где этот конь? А, блин, вот нам его, да. Платная дорога. В платной дороге. 100 рублей. Вера, Вера, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. С каждого по 2 рубля, вот и 200 у меня. Да. Это платная дорога? Да. Ну, мы также в Тулу ездили по платной, вот платили. Ой, это уже Ростов видно, да, Виталик? Может, тут с Григорием чай? Форт, вот эта металлобаза, видишь? А, это уже Дон, да? Да. А мы же когда ехали в Тулу, мы тоже ж тут же, да, проезжали? Да, вы по-любому не едете. Ну да. Как вот скажи, порт. А, уже это порт, да? Да. Ага. А? Нет, там на корабли металлолом. Не, металлолом свозят, а потом на эти грузят, на баржи. А вот уже поближе, да? Порт. А, вот это уже Дон, да? Да. А, и кораблики, да. Справа лучше снимать, там красиво. Только там ничего не видно. И браконьеров. Тут уже лед. Так, все, мы приехали. Это сколько сейчас? 8:43, да? За 4 часа, получается, с заездом в Коренов. Если мне заезжали в парк. Да. Может быть, еще бы час. Бля, тут детский сад напротив. Да, вот это вот. Мы приехали. Все серьезно. Мы стали по парам, Виталик? А дети стали или родители? Так, мы заходим. Заходите, не стесняйтесь. Что это такое? Спортивная школа номер 13. Мы переобулись. Даже пикалка, нам дали такие штуки. Это что, туалет женский, да? Пошли дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Как его другого Максима? Не знаю. Ой, гля, как тут красиво, да? Да, на сеточку все подвесили. Да. Ну как будто бы. Алена? Алена тут. А, Алена, да? Да, карате Алена. Да, мне кажется, даже туда уже. Алена, слушай. Теперь сушим Гришина кимоно. Мальчик пробежал, облил его чаем. И теперь Григорий у нас без кимоно пока. Но тут еще до начала далеко. Что тут? Народу мало, ну, относительно. Два зато доктора. Вот там доктор один сидит, и вот доктор. Мы начинаем. Спать.
если он начинает. Вообще ничего не слышно. Первое место она должна посмотреть. Вторые там, третий тут, первый тут. А родителям куда? Старца. В Динской просто обычно вот эту веревочку уже все сносят. А тут все культурные в Ростове, городские. Еще раз, Григорий. Гриш. Тут даже это фотозона. Сто с чем-то мегабайтов? А какой сто там? Ольга. Yeah.
первое. И Крым, да. А сейчас они поменяются по боям. Вот очень надоедного Серегу позвали. Кубки тебе маловаты? Да. Ты гля какой, кубки ему маловаты. Почему? Ты знаешь, какие кубки? Гриша сейчас тебя будет вызывать. В категории «Кузнец» 8-9 лет мальчик награждается Дом Гальтрикури, занявший первое место, Борис Авдалила, занявший второе место, Дрофилин Кормёдов, занявший третье место, Владимир Павлодинов, занявший третье место. Все, ты доволен? Теперь найди кота, называется. 6, 7, 8, 9 лет вперед, маленький просто. А, Крым вперед. Сюда, вперед, Егора. А Гриша вот. Молодцы. Красавчики. Краснодарский край. Но здесь получается что, только Динской район, да, есть? Ну, как бы да, но кто здесь еще? Да
уже можете встать! Уже можете... Пошли еще вот там возле клуба к единству сфоткаемся, хорошо? Вот и Рацинок. Да, Витрюган там, да? Давай переодеваться. Все, мы выходим. Вот сейчас сколько? Без 10:05 и мы едем домой. Мам, надо эти найти. Много там же места, прям под ним. Ну, у меня все... Кто? Пальцы касаются борту, и сейчас палец этот маленький касается. Угу. Больно, я шучу. Ну да. Так, вот такой вот центр спортивный. Все, мы выходим, Григорий. Здесь еще и пикалка. Сами всем говорите, а сами. Если вот так вот, посмотрите. Вот так вот. Смотри, какие деревья, да, красивые, кругленькие. Да. Все, мы сидим. Поздравляем! 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 Ура! Сава? Давай. Не вопрос. Так, это что такое у нас получается? 9 часов, и мы уже дома. Ура! Иду закрывать ворота. Как же это круто быть дома. Так рано. Вот с Ростова в 9 часов. Все круто. Что первое место за бои, ну да. Не за ката, да? Да, а за бои. Теперь же надо ката-то готовить, Гриш. А ката-то что, синего пояса нам? Нет, ну я хочу сделать таких соусов, дам на выбор. Ну тогда тренируй.